Отже, ще раз вітаємо Емілію Кларк з днем народження. Ну, а зараз переходимо до іншої теми, бо в нас вже є гості, яких ми раді вітати. Це Олександр Третьяков, блогер ютуб-каналу «Все для кльова». Крім того, Микола Сорочинський, директор Viber сообщества «Все для кльова», та Павло Демченко, логіст Viber спільноти. Доброго ранку, радий вас вітати. І сьогодні будемо говорити не стільки про рибалку, скільки про захід, який ви організували, який пройшов нещодавно, і це суботник, так? Да. Давайте почнемо з того, чому саме вирішили це зробити, була така необхідність, дійсно? Понимаете, каждое видео, которое я начинаю снимать, начинается со слова «Здравствуйте, вы на YouTube-канале «Все для клёва», и после этого беру мешок целлофановый, литров на 120, и собираю мусор, который находится на том месте, на котором мне приходится рыбачить. Где-то приходит раз, два, три, то есть на одном и том же месте через неделю опять же горы мусора. И ну, это настолько мне стало неприятным, что приходится просить людей о том, что давайте мы соберемся, сделаем вайбер-сообщество, я подписчикам кинул клич в одном из видео. И давайте соберем этот мусор, наведем порядок на этих местах и будем здесь рыбачить. Где відбувався цей суботник? Где вы на Дністрі, 51 километр. Це маяк? Да, да. От маяк 10 километров по трассе Рівне-Одеса. Дуже багато там сміття. Дуже. Паша, расскажи, я Паша. Да, это, ну, вот смотрите. Это просто тот человек, который не видел, он, наверное, не поверит, если я скажу. Это были две огромные фуры. Когда они туда заехали, люди смеялись, а Александр еще говорит, пока эти фуры мы не загрузим, самосвалы четырехосные, иномарки, мы отсюда не уходим. Все посмеялись, но мы их за три часа забили доверху. Вот же повние полные, полные доверху. На вашу думку, чему это відбувається? Ну, в принципе, рыбалки, люди культурні, чому и еще в нас, я так розумію, місця для рибалки, это, в принципе, річка Дністер. Одна з таких основних. Да. Вони ж туди приїжджають знову і знову. Чому не залишити після себе все чисто? Я вважаю, що, во-первых, менталітет такой вот у нас какой-то вот сложился непонятный. А во-вторых, работает еще такое вот какое-то стадное, наверное, чувство. Человек приезжает, видит огромную кучу мусора. Ну, чего я не кину? Потом кто-то приедет и уберет. Да, потому что в чистом месте человек окурок кинь в угол, через неделю там будет уже гора окурков. Поэтому вот как-то так. Поэтому и была задача и цель максимально убрать, чтобы человеку было стыдно там хоть что-то оставить. Потому что видно, что люди потрудились, люди вычистили все и плотно вычистили. Не то, что для пиара. Люди работали, глаза горели у людей. Мне было настолько... Гордость такая взяла за этих людей. Я хотел дополнить по поводу количества мусора, что вот считайте, 40 тонн примерно в объеме мы убрали с одного километра. Если считать с 42 километра с моста Маяхского до 52 километра, это граница Украины с Молдовой, то получается 10 километров. То есть представьте себе там... Ну, 10 умножить. Умножить на 10, да. Да, да. Мусора. Тон, 400 тонн мусора. Представьте себе. Слушайте, а там взагалі є якісь смітники? Є куди цей мусор кидати? Ні, в тому-то і діло, що це нічим не предполагається, тому що там немає ніяких громад, розумієте? Там не можна якимось образом провести якісь тендери, або там якимось образом договоритися з якимись організаціями, які будуть вивозити. Тобто це виходить... Ну, ти розумієш, той, хто не може собі дозволити, кому не дозволяє совість та виховання смітити, привезе з собою пакети, збере все, що він залишив, і вивезе до найближчого смітника. А ті, хто... я розумію, так, але мені здається, що треба також якісь умови організувати для того, щоб цього не відбувалося. Я взагалі не дуже розумію, яким чином можна вплинути на цю ситуацію, розповідати, ставити якісь таблички. Що можна зробити таке, щоб цього не повторювалося? Бо ви одного разу зібрали таку кількість сміття, але це ж повернеться. Так. Ну, світова практика показує на те, що перше, це немає безплатної рибалки. Є, наприклад, в Германії. Здаєш екзамен, отримуєш корочку, оплачуєш білет, тобто взнос якийсь даєш.
И потом ты становишься на место какое-то, ловишь, тебе приплывает егерь какой-то, да? Проверяет, есть у тебя, прошел ли ты экзамен, оплатил ли ты этот билет. Все, и тогда, пожалуйста, лови. Если нет, штраф. І причому дуже серйозний штраф. Угу. Там сотні євро. Тобто це якось регулюється законодавством. Скажіть, будь ласка, яка кількість у вас підписників на YouTube-каналі та яка кількість людей у Вайбері, у спільноті? 17 тисяч чоловік підписників каналу «Все для кльова» і 1400 чоловік на нашому Вайбер-сообществі. Це практично всі, ну, більшість одесити. Одесити. Ось да. Я до чого веду, тому що ви ж, якщо ви дійсно займаєтесь цією проблемою, вона нагальна для вас. Чи... Ну, я не знаю, там же всі дорослі люди, виховувати нікого не треба, але, на жаль, треба. Треба. Ви зайнялися цим питанням. Яка реакція? Як ви бачите? Як люди реагують? Чи може, як ви вважаєте, чи покращиться ситуація зі сміттям? Для этого нужно посмотреть крайнее видео на YouTube-канале «Все для клёва» и почитать комментарии, что люди пишут. Что пишут? Что пишут? Вы наши кумиры, некоторые пишут. Ну, очень-очень лестные отзывы и говорят, мы с вами в следующий раз, когда будет субботник, зовите, говорите. То есть мы подписались, то есть, ну, очень позитивные такие. А что відбувається у чате Вайберу? Что там говорят? Ну, мы стараемся максимально его приблизить к таким более конкретным вопросам. То есть убрал территорию, сделал фото, отправил на Вайбер. Показал количество мусора, которое вывез. Перед субботником вывезли еще, наверное, с 10 тонн мусора. Каждый был такая задача, каждый рыбак, который отловился на месте, делает фотоотчет того мусора, который он собрал. То есть мы стартовали вообще со свалок фактически. Потом уже с каждым разом мы приезжали, становилось более приятнее, приятнее. Вот же есть тенденция, что-то покращивается. Естественно. Люди меняются, страна меняется, люди меняются. Мы очень довольны, что действительно, мы, ну, не верили, честно говоря, до последнего, но люди меняются. Мы ходили по берегу, и мне одна женщина, рыбачка, с мужем рыбачила, говорит, скажите, пожалуйста, а что за организация? Кто вас сюда вообще нагнал? Такое количество, она испугалась, потому что людей действительно было много. Я говорю, вы знаете, мы такие же, как и вы, рыбаки. Просто вот мы решили, что нам это все надоело. И люди что, закатывали рукава, брали мусор и кидали, да, спрашивали, где машина стоит, мы поднесем. У нас, до речі, з'явився телефонний дзвінок, телеглядачі зателефонували, щось хочуть сказати, висловитися. Доброго ранку. Доброго ранку. Алло. Да, ми вас чуємо. Алло. Алло, доброе утро. Доброго ранку. Кажіть, будь ласка. У мене такий вопрос по поводу основного, що все одно рибалка. Не будет рыбалки, не будет этого мусора, то есть рыбаков нет смысла приходить, потому что называется наш чат «Все для клёва». Как вы Сельф, относитесь прохание, можете вымыкнуть? Да, промышленному улову, который гробит всю рыбу на Днестре. Как вы к этому относитесь? Як ви ставите, я так передам вам, тому що не чують гості, да. Як ви ставитесь до промислового вилову рибу? Да. Телеглядач запитує, да, да. Чи Анатолій, ця кількість мусора Анатолій. Якось впливає на кількість рибаків, і що в дуже великих кількостях виловлюється риба з Дністра. А промислена рибалка – це основні браконьєри на ріці. Угу. Дякуємо вам за питання. Дякуємо вам за питання. Проблема в тому, що... Мало рыбы в Днестре – это действительно большая проблема, и это не только в Днестре. Южный Буг, пожалуйста, тоже без рыбы. Днепр – тоже очень мало рыбы. Но да, промышленный вылов на реках – это вообще кощунство, честно говоря, к природе. Потому что, вот представьте себе, вы начинаете какой-то бизнес, да? Вы в него вкладываете какие-то деньги, да? Чтобы получить обратно. Здесь люди что сделали? Ничего. Не ничего. Взяли два катера. Не, вы там собрали рыбу, продали нам же. А это же, получается, наше богатство. Это национальное достояние, это рыба. А ніяк не регулюється кількість в... Ну, конечно, это должно регулироваться, естественно, да. Не работает, к сожалению. Но это все крышевание и... Ну, давайте... Практика, секундочку, еще один момент. Даже в Белоруссии практика, у них запретили промышленный лов в реках. И сразу за два года там количество рыбы очень серьезно увеличилось. И, если хочешь зарабатывать на этом бизнес, пожалуйста, вырасти котлован, наполни его водой, запусти туда малька, выкорми его. Сейчас так и роблять в ну, ну да, делают. У нас люди живут на реке, летом
неделями, месяцами люди живут, им привозят еду, то есть занимаются ими. Это очень серьезная проблема, очень серьезная проблема. Ну, еще проблема екології і цього сміття також. Так, давайте про позитив, про те, що дійсно відбувся суботник, ви прибрали, вивезли величезну кількість сміття, але в мене є інше запитання. Ми розмовляли поза кадром, я запитала, чи багато жінок-рибалок є у вашій спільноті, і відповідь мене здивувала. Дійсно, багато жінок займаються рибальством, і ви казали так, що навіть краще, ніж чоловік. Да. Таке є, дійсно. Девчата ловят рыбу, причем очень эффективно и иногда даже лучше, чем мужчины. Как им это удается? Чему? Ну, как мне кажется, у них есть тоже свои какие-то фишки, но одна из главных это вот, например, мужчины большей части курят, да, у них руки пахнут табаком. У женщин руки пахнут там каким-то кремчиком. Шашлыком. Шашлыком, может быть, да. Это больше нравится рыбе. И вот эти, может быть, фишки, она одевает червячка на крючочек своими руками, и запах передается в червячка. А рыбы конечно. И они исключительно ловят только девочек. Ага. Да, девочки идут на духи, на эти парфюмы. Ну, я все, вам еще могу сказать про девушек такую ситуацию, что в основном пишут мне, как бы, когда там едут на место и так далее, просят там, когда есть свободное место и так далее. Есть одна девушка, которая настолько любит рыбалку, да, она говорит, вот у меня муж лентяй, там, я еду на рыбалку, беру его с собой, поэтому там, ну, то есть вот есть даже такие девушки, где мужья меньше к этому, как бы, себя видят, да, а именно жены их привлекают на рыбалку. Ось так. Ну, якщо ми вже почали говорити про Viber спільноту вашу, да, яким чином можна туди вступити, потрапити? Додатися. І що взагалі там можна обговорювати? Про що говорять? Говорять, значить, як туди попасти? Значить, в будь-яке відео YouTube канала «Все для кльова» в описании к відео є ссылка на наше Viber-сообщество. Тобто вступаєш, проблем нет никаких. Що обговорюється? Уборка мусора, это в первую очередь. И те места, которые мы уже убрали, мы на них устраиваем небольшую очередь своих рыбаков, нашего вайбер-сообщества. И получается, что адекватные рыбаки, которые ловят на то количество удилищ, которое положено, то есть положено, например, не более 5 крючков, вот, пожалуйста, 5 крючков. Положено не больше там, 3 килограмм рыбы вылова, вот, пожалуйста, 3 килограмма мы поймали, все. То есть ловят. Адекватные рыбаки ловят бесплатно на наших чистых места. Отже, ви взагалі слідкуєте за правилами ловлі риби, так? Да, на наших, вот эти вот потихонечку. І от в этом якраз і є, возможно, тенденція к тому, щоб вот, прекратити вот этот кидание этого мусора бесконтрольно. Потому что вот так один станет адекватный, второй, третий, пятый, десятый. И вот таким, только таким образом реально можно решить проблему. Олександр, Микола, Павло, ви зробили дуже велику справу, дійсно, і мені дуже радісно, що є якась тенденція, що якось покращується це, і повертаючись до того, що все залежить не від того, хто над нами, а від нас самих, да, якщо ми будемо це робити, то ніхто за нас, ну, взагалі це не зробить. А так, які подалі плани, що збирає робити далі, бо ну, я розумію, що проблем у цьому місці, так, пов'язаних з цим, дуже багато. Да, значить, вайбер-сообщество, перший план, найближчий, это собратися в неформальній обстановці. Закрити сезон. Да, закрити сезон, тобто зробити якийсь отчет, якийсь, ну, серйозний. Підбити підсумки якісь. Да, підбити. Послухати людей, що люди, може, такі там інноваційні пропозиції будуть, тому що, ну, вайбер, переписка. Да, і є теж, внутрі групи є теж свої проблеми, которые нужно решить именно на таком собрании, которые, ну, нельзя решать просто вот так вот. Коли закрывается сезон рыбалки? Вот похолодает и закроется. Ага, до первых морозов, так? Ну, скажем так. Ну, дожди. Ну, потом начнется зимний период, то есть там другая уже рыбалка. Другая рыбалка, да, там уже. Ну, все равно, все будет интересно. Давайте всіх запросимо, всіх, хто цікавиться рибалкою, на ваш YouTube-канал та до Viber суспільства. Прошу, у вас є така можливість. Запрошуйте. Будь ласка. Друзья, значит, всех запрошую на наш Viber-сообщество, на YouTube-канал «Все для клёва». У нас очень интересная информация. Причем эта информация именно как раз с Днестра, с местных озер, прудов. То есть как раз одесситы,
и все жители Одесской области, им это будет очень интересно, потому что некоторые смотрят, там, как ловится в Сибири там, или еще где-то там. Это неинтересно. Угу. Там другие нюансы, другая специфика. Да, абсолютно другая. А вот именно специфика одесской рыбалки. На каналі все йде кльово. Угу. І отже, якщо є такі, котрі ще не приймали участь у рибальці і хочуть приєднатися до цього, ви зможете у Viber-спільноті підказати, що, з чого потрібно починати, да, і які є правила взагалі рибної ловлі. В Viber-сообществі вверху прикріплений текст з правилами Viber-сообщества, які не можна нарушати. И за этим Николай очень серьезно следит. Вот. Рушников да. Включаете? Да, да, да. Так, бывает, ну, таких, которых там совсем уж... Лаетесь, так? Да, 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 конечно. Оскорбление, конечно, не приветствуется. Ага. Кому это приятно, если человек спрятался и кого-то там... У нас, я вам скажу, из вот, почти 1500 участников, ну, заблокированных, может, там, с десяток, не больше. Ну, это осеннее обострение сейчас. Да, мы не обращаем на это внимание. Группа нормальная. У нас отличные люди, мы очень рады, что мы близко познакомились и на свободнике, и на рыбалке знакомимся, и только рады, что вот так у нас как-то... Открытие до новых членов вашего. Конечно, да. Причем с радостью, да, действительно. Отже, приєднуйтесь, підписуйтесь на YouTube-канал, приєднуйтесь до рибальської спільноти та долучайтеся до культури правильної рибалки, яка не шкодиться навколишньому середовищу. Ми вам дуже дякуємо за те, що завітали до нас у гості та розповіли про таку цікаву історію. Ну і дякуємо за те, що ви робите, бо це дійсно дуже велика справа. Вам дякую. Спасибо огромное, что вы освещаете. Приглашайте еще. Приглашайте, да. Если что-то будет интересно, обовязково звертайтесь до нас, и мы с удовольствием вас запросим. Договорились. Ну, а ранок на сьомому продолжится через несколько хвилин, одразу после рекламы.